Я приветствую всех вас, благослови Андрея Господом. Для проповеди уже, конечно, времени не остается, тем более я хочу сказать поддержку проповеди брата. Действительно важно постоянство. Я не помню место, где написано, написано так. А тем, которые в постоянстве ищут славы, чести и бессмертия, Бог что дает? Жизнь вечную. Лишь у вас еще минимум полчаса есть. Нет, но я хочу еще святоление рассказать. Брат сказал, как надо быть, как хорошо быть постоянным. А я скажу, как опасно быть непостоянным. Это следующее. По памяти. Это обличительное святоление. Непостоянный ты, мой брат. Порой ты рай, порой ты ад. Порой ты тьма, порой ты свет. Порой ты да, порой ты нет. Порой ты черт сласти мороз, порой огонь и нежность роз. Порой ты Божья тишина, порой ты бурная волна. Порой в сомнении ты живешь, порой жизнь двери ты ведешь. Непостоянство есть порог, плохой для грешника урок. Непостоянство жалкий раб, порой бывает очень слаб. Рискует тот гиене быть, кто будет с ним на свете жить. С непостоянством связь порвать, всех приглашаю в благодать.